Тима номер 3, Танюшка, Мэтт Доктор, Милли, Фламбуша. И последнего не дочитал. Просто печалька. Давайте так зачекаем. Тут никого нету. Что происходит на этой карте? И хамелеон. Все, я договорил. Ладно, 7 раундов. Игроки против гвардейцев. Смотрим. Это взрыв в городе. Мой доктор на боковой, Мили также на заднем дворе. Танюшка на нуле. И что-то спейс вылетел. Ну, этот человек не получит свой приз, даже если его тима выиграет, и он вернется. Сколько понимаю. Ну вот на винтах. Первая перестрелка. Что происходит? У нас игрок просто бэкует. 44 хп. Двоих гвардейцев не дают пути. Вот уже фламбуш слетает от его хаешки. Это был стендап. Дэмэйдж стендап. Мили тем временем ставит плент, точки А, стендап на винтах, лол, локко 55, минус Мили, Мэтт Доктор, одним выстрелом, минусует локко, двойки есть противник, дабл килл со стороны Мэтт Доктора. Это был дэмэдж тиме, Танюшка просто испугалась своего тиммейта, даже трибл килл от Мэтт Доктора на первом раунде. Это что за ник у него? Я не успел даже прочитать. Хамелеон достиг игрока в двойке, минусанул его. Сауга? Да? Я, кстати, забыл поменять. Гвардейцы игроки. Все слева и справа. Ну, я это заметил. Все. Вот это ник. Это ML610. ML610. Ладно, фламбуш, open враг. Минус Тимми. Что происходит? Шалока выпрыгивает на плент. Так, пытается забрать фламбуш, но не смог. Стендап на винтах. Мэтт Доктор. Минус локо. Взрывает бочку Мэтт Доктора, 110 хп, есть игроки со стороны винтов, ламбушами, и Мили забирает противнику, счет 2-0. Начало миссии. Смотрим дальше. У нас гвардейцы решают пройти по мидлу и по винтам. Так же, как и будет десятка, я буду называть так этого игрока. Стекает мидл, хамелеон афкашит. Фламбуша пишет, передаю привет своему животу, который очень хочет кушать. Это студенческий привет. Это скучающий живот по еде. Да, вот на винтах гвардейцы быкуют. Мэтт Доктор, минус стендап. Дальше проходит нам... Вот это просто жесть! Танюша делает даблкилл на бочке. Фламбуша минусует Тимми и счет 3-0. Тотальный разгром со стороны команды игроков, и будет навряд ли им победа, приз и все остальное. Их четверо против пятерых, и они так играют, как будто, вот, я не знаю, проснулись только, воскресенье уже. Довольно-таки большое время прошло от... Не знаю, я, может, вы только проснулись и резко запускаете поинт-бланк и попадаете в комнату гвардии. Смотрим. Танюшка на пятерке вместе с Мили. Поставили план точки. Точки А. Гвардейцы бэкуют. На перемычке. Танюша минус Лока. Тимми минус Танюша. Что происходит дальше? 3 в 4. Тимми минусует. Тимми 4 хп на катушках. Пламбуш все-таки забирает его. И у него было 4 хп. Это все было очевидно. Идет по мидлу и должен встретить игрока со спины. Также в тэшке. Хамелеон. Один против двоих. Минусует стендап. А перестрелка. Спасает маску. Хамелеона, и он забирает своего мачете этого игрока. 4-0. Пишет стендап. Парни, это нечестно. Конечно, нечестно. Все пишут плюсы. Кстати, я тоже могу присануть. Это нечестно. Ладно, смотрим по позициям. Хамелеон на боковой, также фламбуша на винтах, минусует Лока. Миля вместе с моим доктором на нуле, и Танюша афкашит. Да вот, Тимми сливается, фламбуши в двойке. Это очень классная тактика, стендап. Прятаться за такси, которое может тебя взорвать. Почти спасся. Вот если бы он на секунд 5 остановился бы там, дальше прятался бы и улетел. Хамелеон в тэшке стоит в плане точки А. Что-то у нас... Пацан не может найти. Я не понимаю, вот как вот человек вот с таким вот опытом игры забегает в комнату. Ну вот стендап делает даблкил с берданки. Остается он один и против троих еще. И это был четкий выстрел со стороны Мэтт Доктора. 5-0. Как рифму сказал, да? Ну,
Второй раз Fairytale, вот. Как-то корявое читаю ники, но смотрим по позициям. Танюшка и Эмилия проходят по нулю, Хамелеона выкашит, мои докторы Фламбуша уже набегают на точку А, и там будет стендап, и вот этот вот призаденный противник, который делает даблкил, мои докторы, с ХАЕ забирает Лока, Фламбуша, в двойке есть Танюша, и она за боевого мачете просто режет. Лока 55, Эмилия просто вот в спину, без стыда, все, бой ему в противника. 6-0. Это будет просто в сухую. Тотальный разгром команды игроков. Fairytale. Вот. Правильно, как читается этот ник. Хамелеон проходит по винтам. Локо просто массовое убийство. Это жесть. Он себя убивает и еще двоих тиммейтов. Фламбуш просто минусует игрока в двойке. Также Fairytale забирает Анюшек. Бомба была установлена. Поставили план точки А, Fairytale, 51 хп идет в тэшку, также будет стоять мой доктор, залет ХАЕ, 50 хп, 17-4, со спиной стоит Фламбуш, с МК-23, минусует игрока. Счет 7-0, это тотальный разгром.